Всем привет, дорогие друзья, с вами Полтис, и сегодня мы разберем третью часть мультика FNAF Security Breach «Фредди и его друзья». Итак, что ж, если вам понравится разбор этого мультика, то поставьте лайк, подпишитесь на канал, ну а мы будем приступать. Итак, что ж, я думаю, вы все уже видели этот мультик, но поэтому я его показывать и не буду. Ну что ж, давайте начинать разбирать. Начинается все как в прошлые разы. Выезжает фургончик с аниматрониками. Ну и знаете, что отличает все эти, точнее, эту серию от всех тех других? Тем, что эта серия более поврежденная. Здесь много глюков. И именно эти глюки, это не является 25-м кадром, а это обычные глюки. Ну ладно. Ну и дальше все продолжается. Опять мы видим фургончик в более крупном плане. Опять видим персонажа, выглядывающие из-за дверки. Кстати, ресторанчик я забыл упомянуть. Мы тоже, кстати, в этом ресторанчике, только помещение чуть-чуть изменено. Дальше аниматроники опять идут. И встречают Фокси, и уже Бонни предлагают вступить Фокси в их банду. И Фокси не соглашается, как и в прошлый раз. В принципе, и дальше вы сами знаете продолжение. Что ж, давайте поговорим лучше про 25-е кадры. В отличие от прошлых серий, здесь аж два 25-х кадра. Первое — это Роксана Вульф, у которой нету глаз. Они вырваны, вырезаны, непонятно. И второе — это Рокстар Чика. И она без клюва и выглядит поврежденной. Скорее всего, как многие теоретики допускали, то что аниматроники будут кем-то сломаны, и это скорее всего так и есть. Потому что я, когда посмотрел на Чику, вспомнил то, что когда-то давно на Scott Worlds выходило видео с превьюшкой разобранной Чики. И да, в принципе, все логично. Понятно то, что скорее всего все аниматроники будут вскоре сломаны. Но только кто это сделает, кто сломает аниматроников, до сих пор неизвестно. Но и гадать, в принципе, ну, бесполезно. Конечно, можно допустить то, что это сделал Glitchtrap, но, в принципе, зачем нам это делать, мы точно не знаем. Ну что ж, в принципе, в 25-х кадрах, в принципе, ничего такого нет необычного, как и в прошлый раз. Но самое интересное в конце. После того, как заканчивается серия, мы видим это. Да, ребят, здесь показан какой-то непонятный членостоногий аниматроник, который имеет аж 6 ног. Кто это может быть? В принципе, даже допускать бесполезно, потому что мы точно не знаем. Но, в принципе, у меня есть теории. Помните то существо, которое было в самой первой серии? Да, я не буду показывать картинку, потому что она у меня не сохранилась. Но, как вы понимаете, мне искать ее просто лень. Ну ладно. Ну и вам не кажется то, что скорее всего, точнее даже возможно, то, что именно этот аниматроник и будет тем аниматроником, который только что прошел на своих конечностях. И вы знаете, что мне еще интересно? Вот этот аниматроник мне что-то еще напоминает. Персонажа из какой-то FNAF-пародии. Правда, я забыл ее название или просто не вспоминаю, что это за FNAF-пародия и что это за персонаж. Не знаю, ребят. Ну что ж. В принципе, я не знаю, что еще можно добавить. Серия, в принципе, такая же, как, ну, и прошлая. Только, конечно же, чуть-чуть поинтересней. Ну ладно, что ж. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Полтис. Всем удачи и всем пока.